Добрый вечер всем. У меня такой вопрос к Амандипу Силку. Встречала несколько раз в своей жизни индийских, ну, гостей в России и пыталась узнать, насколько там распространена в Индии, ну, вот, система йоги вообще, ну, в повседневной жизни, вот каждого, допустим, из них. И тем более кундалини-йога. После того, как я стала заниматься, я стала интересоваться, а знают ли они о кундалини-йоге? И очень многие отвечали, что нет, мы такое не знаем, а это точно из Индии. Вот, и удивлялись. И вот у меня такой вопрос. Насколько кундалини-йога распространена в Индии, в повседневной жизни людей? И другая йога, ну, другая, наверное, больше распространена. Вот насчет кундалини я сомневаюсь. Спасибо. Спасибо. When I started practicing Kundalini yoga, I started asking my Indian friends and any Indian I met, do they know about Kundalini yoga? And it appears that no Indian man or woman knows about Kundalini yoga. It's somehow like only we Russians know about Kundalini yoga, not Indians. So what happens with Kundalini yoga in India? Does it really exist? Like Kundalini yoga. It's a very beautiful question. Очень прекрасный вопрос. And this question is very deep, and if I was to dive into this question, I would take at least one hour, 1.5 hours. Это очень глубокий вопрос. Если бы у меня было время, то я бы хотя бы час на него уделил. But that is if I want to completely dive into this. И вот это был бы полным погружением в вопрос. But I still want to answer this question. Но я хочу все равно на него ответить. I will make it, you know, just enough for you to make sense to the question that you have just asked. Я вам дам самую минимальную информацию, чтобы вы хоть что-то поняли по этому вопросу. So in short. Говоря кратко. These practices, you know, much of these esoteric practices, yogic practices. Большинство этих практик, эзотерических йогических практик, was lost in India. В Индии были утеряны. Due to invasions. Из-за многих нападений. First invasion by the Mughals, by the Islamic invaders. Сначала на них напали монголы и захватили много территории. So when they attacked, they destroyed all the libraries. И когда они напали на Индию, они разрушили все библиотеки. In fact, when the first Islamic invasion of India happened, а когда произошло первое арабское вторжение в Индию, and they came, they burned the largest university on the earth then. Они вообще в тот момент сожгли самый большой университет на планете Земля у них. Такшила университет. Бакшала университет. And you can do research on that. И можете даже про это почитать. When they burned this library, the library kept burning for 6 months. That much was the wisdom and the books that were burnt. И когда они сжигали его библиотеку, библиотека говорила 6 месяцев, настолько там было много знаний и книг. So most of the yogis ran up into the Himalayas. И большинство йогов убежало в горы Гималаев. And they started to dwell in the Himalayas. И они начали жить в Гималаях. So very little wisdom was left on the mainland. И очень мало мудрости осталось на самой земле Индии. And much of these was lost physically. И большая часть знаний потерялась на физическом уровне. And then when the yogis again went into the transcended state of consciousness, the dharma was downloaded, re-downloaded again. И когда йоги потом входили в это трансцендентное состояние сознания, они снова могли загрузить это знание дхармы через себя. So one is called the sky treasure, one is called the earth treasure. И есть, так скажем, небесные сокровища и земные сокровища. So these books, these texts, some of that which was said was buried under the earth, or it was buried in the caves. И вот некоторые из этих знаний, книг были закопаны под землей, спрятаны в пещерах.
And some yogis took that wisdom and buried it in skies. Now, this will not make sense, but yes, skies, you can bury the wisdom. It's called Akashic Records. И некоторые йоги записали эти знания в небесах. Может быть, не все из вас поймут, что это значит, но оставили знания в записях Акаши. And then when an individual reaches a certain level of consciousness, he can draw that wisdom back from the Akashic Records. И когда человек достигает определенного уровня мудрости, он может соединиться с Акашей и получить оттуда знания. But saying this, much of the wisdom was brought up into the Himalayas and in Tibet. И также много знаний было оставлено в Гималаях, в Тибете. So much of the yogic wisdom was kept by the Tibetans. Так что много этой йогической мудрости сохранили тибетцы. And then time after time, many sages were born who downloaded it from the Akashic Records. И потом рождались разные мудрецы, которые загружали знания из записи Акаши. According to time and space, different wisdom was downloaded. И в соответствии со временем, пространством, им передавались разные знания. Now, then came the British. И потом пришли англичане, британцы. Whatever was left by the Mughals, the British destroyed it. Все, что осталось после моголов, хоть что-то-то осталось, было разрушено британцами. And you may not know this, that during the British time, yoga was banned. Но, может быть, вы не знали, что во время британского вторжения йога была запрещена. Ayurveda was banned. Аюрведа была запрещена. And, as you know, the Sikhs in India, they carry a sword, 1 meter sword, the warriors. That was also banned. И, как вы знаете, сикхи в Индии тоже носят свою саблю, которая тоже была запрещена. So whatever was left was totally destroyed by the British. Все, что осталось после моголов, британцы уничтожили. There is a story that says, and it's a fact that... Есть история, которая говорит, а это проверенный факт. The British, when they went to India, they say, give us all books, and in return we give you utensils. Give what? Old. If you have old books... You give it to us, and in return, we give you utensils. Utensil? What is utensil? Utensils like, you know, the plate, the cup, the mug, the pot. Mm-hmm. И есть такой факт, что когда пришли британцы, они сказали, отдайте нам все книги, а взамен мы вам дадим разную посуду. So that was their way to get all the old books that was kept. И вот таким образом они получили всю разные, все разные книги. And when they got all those books, they burned that books as well. И они взяли книги и сожгли их. So this wisdom was handed in the lineage that was secretly going on along with the Mughal and along with the Britons. Так что мудрость передавалась в рамках определенных традиций секретно, которые выжили во время вторжения моголов и британцев. And this is known as the lineage. И, это, и мы поэтому называем их традициями передачи. So in the mainstream, much of it got lost, because people were not aware. Так что для большей части населения эти знания были утеряны абсолютно. And with time, many great sages who kept the lineage slowly started to come back when the world started to open up, the colony of the Britons went away. И со временем приходили разные мудрецы и постепенно возрождали эти знания, когда постепенно британская колония ушла с континента. And then with times like Swami Vivekananda, Yogananda, Yogi Bhajan, all these sages from India, they brought the wisdom out. И такие мудрецы, как Свами Вивекананда, Йоги Ананда, Йоги Бхаджан, взяли эту мудрость и поделились ею с миром. You will be amazed that they are... About 20 years ago, there were more yoga practitioners in America than in India. И вы удивитесь, 20 лет назад в Америке было больше йогов, чем в самой Индии. The funny part is, in India people started to do more yoga when they saw Americans doing yoga. И смешно, что индийцы сами начали заниматься йогой по примеру американцев. So that is the history in summary, although there is much more depth to this question. Так что вкратце такая история, хотя вопрос имеет большую глубину. So that's the reason behind it.
такие причины. And even now, much of the wisdom is hijacked by the Americans. И на самом деле большая часть мудрости все равно еще у американцев. You'll be amazed, the largest, you know, organization, the Yoga Alliance, is in America, not in India. И вы удивитесь, что самая большая йога-организация, Йога Альянс, она принадлежит американцам, а не индусам. Americans always, you know, they're very good at controlling people. Американцы всегда прекрасно контролируют людей. And to make things worse, а что еще хуже? Now they threw the master away and they only keep the teachings. Эти америкосы взяли, выбросили мастера и оставили себе учение. Oh, they say, Vivekananda was wrong. Take his teachings. Они сказали, Вивекананда не прав, но учение оставили. Yogananda was wrong, but take his teachings. Йогананда не прав, но учение оставим. Oh, Osho was wrong. Take his teachings. Оша, кошмарный человек, но учение оставим. Oh, Yogi Bhajan was wrong. Take his teachings. Йоги Баджан не прав, но учение оставим. This is the height of stupidity. И это просто верх идиотизма. So they take away the teachings only and they throw away dharma. Взяли учение, учение от дхармы выкинули. What the Mughals did, what the Britons did, that is what today, you know, these organizations are doing. They're throwing the master away and they're taking his teachings. Isn't that stupid? Что сделали британцы, моголы и американцы? Они выбросили мастера и оставили учение. Разве это не глупость? Because these teachings have always transformed people. The Mughals feared it, the British feared it, and today organizations fear that these teachings will help people to awaken. So create doubts in them, create stories in them, so that people will stop practicing this. И что? Почему так делали моголы, британцы и эти организации американцев боятся, что люди проснутся, начнут сомневаться и начнут задавать вопросы. И поэтому они спрятали учение у себя. Because these teachings are real, they will suffer. That is why we know this is real teachings. They will suffer. И из-за того, что учение реально, все эти люди, они будут страдать. Поэтому мы видим, что учение работает. And it will continue, you know, these teachings, only a few people will have the right teachings. Other than that, they will be lost in just the outer artificial part of the teachings. И все в том же ключе продолжится. Лишь некоторые люди будут знать истинное учение, а все остальные будут практиковать очень поверхностно. So that is the summary of the question that you asked me. Так что такой краткий ответ на ваш вопрос. And now also the teachings will be hidden, it will be lost. And then with time, again it will be downloaded. Так что учения сейчас тоже снова потеряются, а потом со временем снова будут их загружать. It happened before, it's not a new thing. It will happen in the future also, that's what happens. Это происходило уже не раз, и в будущем это снова повторится. But those who know, they know. Но кто знает, тот знает. Think about it, how can the channel who brought such powerful teachings. И просто подумайте, как... Sorry, what is the last one? How can the channel who brought the teachings be not pure? How can it be? Просто подумайте, как тот канал, который принес эти учения сюда, может быть нечистым? If the teachings are real, if the teachings are pure, and the one who brings the teachings has to be even purer, and more real than the teachings. Если учение реально, если учение работает, то тот, кто его принес, должен быть еще реальнее, еще чище, чем это учение. This can be understood with those who walk from here, not walk from here. И это могут понять те, кто идут из сердца, а не из головы. Because this is the path of lovers. Потому что это путь... Not of smart people, lovers. Потому что это путь любовников, а не умников. So blessings to you. I can talk much more, but this should be good enough. Благословение вам. Я бы еще мог долго говорить, но уже достаточно. Ева, давайте вы зададите вопрос.